сказать, ну что они придумали, женский журнал создает мужской календарь. Но если читательницы наши в основном женщины, то, конечно же, им приятно смотреть на настоящих мужчин. Что на каждой фотографии наши герои представлены, ну, одеты в одежде, частично в рыцарских доспехах. Вот это, ну, собственно, такой некий символ того, что современные мужчины, они тоже рыцари. Мы, эта колонна, возле которой мы прыгали, мы ее облюбовали так уже со всех сторон. Я там от нее прыгал разные сальто, все такое делал. Когда учился на дизайнера, когда мне было еще 17 лет, для меня это был самый модный журнал, потому что я всегда копил по копеечке для того, чтобы купить свежий журнал Натали, потому что именно там на последних страницах была неделя моды в Париже. Потому что тогда не было интернета, тогда ничего такого не было, поэтому это было единственное, это, скажем так, окно в Европу. Ирина Трукачева, кто организовал вот этот вечер, и самый главный директор журнала Натали, пригласи меня, и как можно говорить нет, конечно, конечно, хочу выступать. С другой стороны, самое забойное – это наши новые песни и уже проверенные временем хиты группы «Авиатор», которые, я уверен, мы сегодня вместе со всем залом споем. Thank you.